чтобы хвостики никакие не торчали. Вот сюда краешку прижать росток, сеянец. И рядышком также воткнуть и придавить, чтобы не было поступления воздуха, кислорода туда. 27 миллионов деревьев. В памяти о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне. За три года проведения акции южноуральцы высадили 1,5 миллиона саженцев в лесах, скверах и парках региона. Высаживая сеянцы, челябинцы вспоминают о своих родственниках-фронтовиках. Вспоминаем сегодня тех людей, которые отдали свои жизни, борясь за победу над фашизмом, и благодаря которым мы сегодня живем, мы сегодня существуем, благодаря которому этот бор существует, благодаря которому существует наша страна. Поэтому мне кажется, что мы должны вот эти деревья сажать именно с такими мыслями, с этой памятью о своих дедах, о своих прадедах, о своих предках. Двухлетние саженцы привезли из Аргаешского питомника. На территории городского бора сегодня появились 14,5 тысяч сосен. В международной акции приняли участие больше 150 челябинцев. Сеянцы сосны высадили и депутаты законодательного собрания области. Бор существует несколько миллионов лет. Как я сказал, он является реликтовым. То есть вот с тех самых пор сохранился этот лесной массив. Наша задача жителей южноуральцев – сохранять этот замечательный лес всеми доступными для нас способами. Что мы, собственно, и делаем. Садим здесь. Чаще всего для озеленения выбирают территории, которые пострадали от пожаров. Так стараются восстановить лес. И в этот раз место для высадки деревьев выбрали не случайно. На данной площади был пожар в 2012 году. Погибшие деревья провели санитарную рубку, убрали. Создали подготовку почвы. Данная акция проводится у нас уже не в первый год, а она у нас проводится в четвертый раз. В этом году мы уже первую акцию провели 28 апреля в Карталинском лесничестве. Для всех желающих очередная акция состоится завтра. На территории городского бора волонтеры посадят 10 тысяч саженцев. Венера Каримова, Андрей Грищук, 31 канал.